Это интересно и как для преподавателя, и как для человека, который участвует в различных проектах. Сегодня мне было особенно интересно по такому глубокому анализу нашего нового налогового маневра и вот возможности инвестирования в нефтеперерабатывающую промышленность. Мне показалось, что сегодня именно это направление, именно эти доклады были для меня вот особенно интересными, потому что многие вопросы мне стали теперь ясны на таком, может быть, даже уровне именно тех людей, которые их формировали, и стало понятно, на основании чего были сделаны те или иные положения в этих вот законах, в этих рекомендациях. Вот. Ну и всегда очень интересно рассматривать смежные отрасли, то есть транспортировку и перевалку, и хранение нефтепродуктов и нефти, потому что это всегда связано с нашей непосредственной работой, то есть переработкой.